хороший топор. Угу. Хорошо тоже вас к нам подойти. Слушай, а моя кофта гоняет? Нет, вот сюда, вот подходите. Я думал, она вернет. Игорь, это Игорь. Сюда. Игорь не помощник нужен. Он смотри, как куртку вывернул. Я хочу быть ярким. Ему тоже положено здесь. Он пришел тут. Сюда, да, милой. Ты такая блеклая против. Ира, чуть-чуть ближе. Так, вы заходите вот туда за детей, потому что Наташа, ты стой, ты все, ты вот в кадре, все остальные за тебя туда. Так, туда заходите, туда. Вот. Артем, туда, кроме. Артем, кроме. Все, Игорь. А в прошлый раз мы здесь с велосипедами были, да. Старт написан был. Это все, просто все меняется. Поэтому... Не все, вручение начинается. Ребята, самое приятное в нашей жизни, что мы с Игорем в архизе очень близко познакомились. Не надо рассказывать, про евреев вы послушали, микрозаходство нам уже не надо. Но, и так, это потом будет. Егоева, ваша спина будет. Ира, что ты это? Так, встала на камеру. Итак, награждается. Вот, правильно. Так, что ты спряталась от камеры? Читай. Награждается дипломом 2010. Награждается Роман Комоцкий за участие в ежегодном велопробеге, посвященному Дню независимости Республика Польша, в номинации «Велоизобретатель». Это человек, который засунул листики, и у него звучал велосипед. Такого ни у кого не было. Ты подписал его? Я тебя поздравляю, да. Рома, поехали. Будем конструировать. Ира, вот так сыграй. Да, нам да. Надо велосипед, который бы... Не забывай фотографироваться. Президентом. Диплом 2010 награждается Артемий Петкевич за участие в ежегодном велопробеге, посвященном Дню независимости Польши, в номинации «Настойчивый велогонщик». Рома! Настойчиво фотографироваться. Улыбайся. Диплом 2010 награждается Артемий Комоцкий за участие в ежегодном велопробеге, посвященном Дню независимости Польши, в номинации «Гонщик 2010». Ура! Он в прошлом году не доехал. В этом году он второй не доехал. Да. Но где ты там струсил? Это первый год. Сил не было тогда. Но в этом году... Так, не обсуждай, захватит. Одного канадского флага. Дипломом 2010 награждается Татьяна Гусева за участие в ежегодном велопробеге, посвященном... Ира, не отходи. Первопроходец города Железна. Ура! Разведите, что это спиной стало? Да ко мне тут, что это спиной? Вот так, да. И диплом можно поворачивать? Дипломом 2010 награждается Екатерина Гулевская в номинации «Носитель польской фамилии». Ура! Ну дай грамоту, вот так. Вы просто остались здесь не поляки, а потом... Ну что там? Ну что у тебя там? Свет уходит. Польская фамилия застряли. Диплом 2010 награждается. Сейчас очень торжественный момент. Награждается семья. Нина, я не стала вам разные диплом. Не только что я экономлю на диплом, но Нина и Вячеслав Петкевич за участие в ежегодном велопробеге, посвященном Дню независимости Польши, номинации «Самая спортивная семья». Стой!
Семья. Че убежали? Ну че вы убежали? Подойдите. Давай, давай, стой. Дипломы поверните. Опусти ниже диплом, что ты спрятался? И раз вы не ушли, номинация 2010 награждается Константин Пенкевич. На фотоаппарат скажу, она хотела вас лишить этого праздника!
надо так, Игорь. Давай. Улыбайся. А что, никому не хватило? Так, не балуйтесь, ребята. Наташ, Наташ, он нафиг не нужен здесь. А что ты себя Станислав! Стас, давай мне там вручать. Дипломом 2010 награждается Игорь Калмоцкий. За участие в ежегодном велопробеге, посвященном Дню независимости республики, больше в номинации «Историк России». История Польши я не знаю. Так же, Игорь, России, покажи. Ее никто не знает. Ну что, все, давай. А Дегоевой вручили. Дегоевой я и оставил два чистых. Давайте ей придумаем номинацию. Так, давайте все, кипишуны. Она опять забыла старт и финиш. Нет, я все принесла. Один тебе за старт, другой тебе за финиш. Давайте все вместе сфотографируем. Так, давайте, становимся туда. Рома, сфотографировать. Рома, не ко мне, Рома, быстрее. Фотоаппарат, там не перед этим куда-то. Фотоаппарат, давай прикрутим. Тёмка, чуть-чуть. Вперед. Вперед выедем. Во. Так, внимание. Еще разок. Холодный. Еще раз. Так, ну сфотографируй. Сейчас, подождите, меня сфотографируйте. Давай, давай мой диплом. Может фильтр снять, а? Темнит он. Слышишь, говорю, фильтр снять. Он темнит просто. 3-2-1. 3-2. Перезаряжается. Какой вы стремительный, Вячеслав. 1-2-3. Как еще сказать? Ура! Ну все, балу ничего. Идем танцевать. Па, на, возьми диплом. Давайте выпьем, а потом танцевать. Главное не забыть диплом. Они